А кто сегодня качает? А, кавер-группа. Пытается переиграть чужие песни. В общем... Это музыканты-неудачники, по которые хотели делать что-то свое. Когда пригласить оригинал слишком дорого? Самодеятельность. Есть, кто это делает на другом уровне. В плане музыки и в плане шоу. Группа «Бомбей» задумала масштабный проект. Прикол кавер-группы в том, что ты можешь построить любую драматургическую линию музыкальную. Сколько нам с тобой неба синего, моря бедного, тела бедного. Готовим новый продукт для ивент-сферы, который взбудоражит не только ивент, но и всех. Вы не ждете своих любимых песен. Вы получаете все и сразу. Это определенно новый компиляционный вид искусства. Широка река, глубока река, не доплыть тебе с того бережка. Тучи низкие, прячет лунный свет. Полететь бы мне, да вот крыльев нет. О, сыром бору, злой огонь кипит. Конь чернее, чем нож, у огня стоит. Бьет копытом он, ищет седока. А толку тот конь, наши берега. Бомбей — это рок. Та эмоция, которую должна давать музыкальная группа. Все замиксовано в единой музыкальной экстазе. Стоп! Снято! Все молодцы!